написаны им на провансальском, еще пара песен на франко-нормандском был в Англии по месяцу. Оба раза с кратким визитом и играла собрание пани во время коронации, также после похода и плена. О чем мы вскоре расскажем? Мы вам вскоре расскажем. Мы по антигенетии, а прямо произошли мы и движемся к дьяволу по воле слова жестокого и заколдованного рока. Отец мой Генри Второй, столь коварный и неподражаемый, вероломный правитель, понял свернутное с высот нормандского трона, но я ослеплен и не обезглавлен, а с королевскими почестями отправлен нами на юг Прованса на заслуженный отдых. Под нами шедший кровь из лесов, видимо, на всякий случай отравлен. Молитву Ричарда, любимое сердце, прежде чем верю и отче наш по утрам произносите, о, избави меня, Господи, от друзей нас врагами, я сам и без тебя уж. Как-нибудь справлюсь, чему нам враги, когда у нас такие друзья, чем? Чему нам враги, когда у нас такие друзья, как ты, чем? Славим преступность и мир, уезжаю на восток я, Боже мой лорд, штаб, твой святой гроб. Но прежде того, меня ждет долги. Москвой путь, на трой, на ночи правда. Хитвили, мальты и крипы, растянутые коммуникации. И умели снабжения на всей протяженности. Должны быть надежно открыты. Сальватого доска и кира, затели святая земля, очищена от сарацина. Вся кровь Иерусалима вынуждена из отступничества французского Иисуса Филиппа. Таймаут, мирный договор, салахать пира, еще тайбл дау. Прощайте и вы, умытые кровью христианской, Мелихон, Аксалон, Бетлихем, я краяю в Азию срочно, по горами за свежим подкреплением и тележными преступлениями, а также на батюшу Джону, нашему младшему брату. Я целил то, как ты, Салахатин, сказал бы, что если отдашь свое царство, только мне в твои руки, как шлейф муриные лапы. Стай, Салах, Бакало, и будет. Но даже Аллах не знает, что там будет. Я дожидался отставших кораблей своего флота. В мраке бездомным служил, по звездой моя карьера.
скорби. Корабль крушение на диетическом шторме. Бой голфок милей. Топлив слезает им бомжей. В плен захвачен. Свои ничтожи врагом для под москвы. Это не мой шанс попасть в утерные руки. Таких последствий гостей, как Лео и как наш кузей. Yeah.